Барышников не только танцевал. Кстати, хореография последней постановки создавалась в Американском театре балета в 1976 году в расчете именно на гениальные физические возможности танцовщика. Тогда, после побега из СССР, звезда Барышникова взошла на Западе. И как призналась постановщик Твайла Тарп, которая переносила балет на сцену Мариинки, в названии «Пуш» даже зашифрована фамилия педагога Барышникова в Вагановке Александра Пушкина.